Экспериментальный образец офисного суперкомпьютера. Его отличительными особенностями, в общем-то, от обычных компьютеров является сосредоточение в одном, в общем-то, вот корпусе, который вы здесь вот видите, 10 вычислительных узлов, которые работают параллельно. Каждый из вычислительных узлов представляет собой, если сказать на бытовом уровне, обычный сервер. То есть, в чем особенность этого суперкомпьютера? То, что здесь возможно применение параллельных вычислений для расчета задач с большим объемом данных. Его, в общем-то, на сегодняшний день производительность составляет порядка 10 терафлопс или 10 триллионов операций в секунду с плавающей запятой двойной точности, что соответствует даже, наверное, лучшим мировым аналогам, а можно даже сказать, что в мировой практике такой компоновки еще суперкомпьютеры офисные не производились. Это экспериментальный образец. Отличительной ее особенностью является использование уникальной системы охлаждения процессоров. Именно отечественной разработки, построенной на использовании алюминиевых радиаторов с отводом тепла с помощью специальных трубок, разработанных в НИИ порошковой металлургии Национальной академии наук. Также уникально является низкое энергопотребление. За счет использования такой системы охлаждения энергопотребление всего суперкомпьютера 10-узлового – это порядка 600 Вт. Он по своей производительности в 2-2,5 раза выше тех суперкомпьютеров нашей тоже разработки, которые вошли в топ-500 2004-2006 годов. А по объемам, конечно же, это в сотни раз меньше. Он не требует специальных помещений, не требует специальной системы охлаждения. И, конечно же, все программное обеспечение, которое используется в нем, как и прикладное, так и используемое уже для работы, параллельной работы всех вычислительных узлов, является отечественной разработкой именно Объединенного института проблем информатики. Сейчас данный офисный компьютер, конечно же, разработан для своего потребителя. Это НПЦ по геологии, а также для наших белорусских геологов, чтобы в удаленном режиме они могли проводить любое количество, достаточно быстро проводить те необходимые расчеты, которые требуются в их области.